Всем привет, ребята! Вы на канале Все про ставки, и в сегодняшнем ролике я покажу вам новую прибыльную стратегию на игру Apple of Fortune, по которой буду играть в букмекерской конторе MLBet. Здесь отличная отдача выигрыша, стратегии тут заходят просто очень хорошо. Вот, ссылку оставлю в описании, а в закрепленном комментарии будут промокоды и бонусы, введя которые вы получите 6 500 рублей при первом депозите. Также хочу вам посоветовать новый канал, который называется «Все про 1xGames». На нем будут периодически выходить ролики по тематике 1xGames, стратегии от подписчика, ну и также обычной стратегии. Еще там скоро будет конкурс на 3000 рублей, поэтому подписываемся, чтобы не пропустить это событие. Также подписываемся на наш канал, ставим лайки и пишем комментарии. Но мы переходим к нашей стратегии. Смотрите, что мы делаем. Ставим минимальную сумму ставки и проходим по две стадии от 2, 3, 4 ряда, то есть от средних рядов. 1, 2... Сейчас все поймете, в общем. 1, 2. Не прошли. Начинаем заново. Ничего страшного. Хорошо, забираем. Снова забираем. Ну и осталось пройти 4-й ряд. Хорошо. Теперь смотрите, что мы делаем. Ставим ту сумму, которую хотим приумножить. Я поставлю 1000, конечно. Потому что я так рассчитал свой банк. И чередуем крайние ряды. То есть 1-й и 5-й. Неважно, либо с 5-го начинаете, либо с 1-го. Давайте начнем с первого. Проигрываем. Удваиваем. Так, раз, два, раз, два. Хорошо, проходим с одного удвоения. Так, теперь ставим снова 10 рублей и начинаем заново. Так, заново, значит, начинаем. Один, один, то есть два, два. Так, теперь три, три. И давайте. На четвертом ряду осталось пройти две стадии. Блин, вот прям на самой последней стадии нашей стратегии. Ну, ничего страшного. Один раз мы уже все равно выиграли. Так, прошли здесь. Раз, два. Проигрываем. Еще раз. С первой теперь. Давайте, раз. Да что такое-то, я не понимаю. Нормально же было все в начале, но почему? Хорошо, наконец-то. Теперь. Раз, два. И, пожалуйста, только не на самый последний. Фух. Давайте ставим. Ну, давайте теперь 1500. И давайте с пятой чередовать. Хорошо, забираем. Ну и в последний разочек играем, ребята. Три раза, Бог любит троицу. Проигрываем здесь. Баланс был у меня, если не ошибаюсь, почти 11 тысяч. 10 900 там было. Ну, будем считать то, что 11. Проиграли. А, зачем я со второй начал, господи. Раз, два. Снова проигрываем. Раз, два. Забираем. Давайте переходим к следующему. Хорошо. И последний. Только не на последнем. Пожалуйста. Есть. Давайте на последнем ставим 2000, ребят. И поехали. Один. Угу. Вот почему-то я так и знал. Вот серьезно. Один. Пять. Фух. Мы сделали, ребят, это. Мы подняли, значит, приблизительно 7 500 рублей по этой стратегии. Ну, мне лично она очень нравится. Вам ее тоже советую. Играть по ней можно, вы знаете где. В букмекерской конторе MLBet. Ставим лайки, подписываемся на канал. А на этом все. Всем пока.